Мы нуждаемся в хаосе в наших жизнях. Мы жаждем разрушения. Мы молим о катастрофе. Потому что если у нас не будет всего этого, чтобы действовать как некого рода обряд изгнания бесов или же катализатора для нас, мы начинаем замечать все это в самих себе, а это то, чего мы не хотим делать. Понимаете, мы можем иметь дело с войнами, с терроризмом, мы можем иметь дело с крахом фондовой биржи и экономическим кризисом. Мы можем иметь дело со всем этим. Но как только мы начинаем замечать этот хаос внутри себя, нам становится действительно страшно. Мы сделаем миллион 11 сентября в один момент из-за нашей ненависти к себе.